Ух ты, офигеть, загрузилось. Вот это круто. Я так подозреваю, это с Ромом просто какие-то проблемы. Потому что мне более конкретно объясняют, почему это виснет. Все другие игры идут, а именно это виснет при загрузке. С этим оружием хрен попадешь. Главное, чтобы опять текстуры сейчас не пропали. Отойди, чувак, ну ты мешаешь, правильно. Понятия хедшот здесь, походу, нету. Можно просто заспамить пулями врагов. Так что, нам на ту сторону получается, да? Перед ними ставить мины. А, наверх, да? Юзи, отойди. Юзи. Марлин, привет. Марлен, прости. Сори. Задумался про эмулятор. Думаю, блин, если уж настолько все хреново. Да отойди ты, чувак! То почему, короче, бы не использовать эмуль? Вот, но тут ни с того ни с сего она прогрузилась. А, ну вот, собственно, как и было в прошлый раз. Ни хрена не прогружается. И танки, собственно, поэтому и не едут. Они должны быть уже. На самом деле, там... Опять под этими звуками игры тебя не очень слышно. У меня аж все зависло, прикинь. Ладно, сейчас сделаем потише. Ну, короче, понятно, доходишь до этой башни, и игра виснет. Интересно. В чем же проблема? Неужели в Роме? А как ее тогда проходить-то вообще? Да, чё, собственно, это проблема игры. Тот, кто сводил звуки в игре, лихо накосячил, потому что все выстрелы, все шумы очень-очень сильно на передний план. Не-не-не, не новый, он у меня вчера нормально запускался, в том прикол, что я как бы поиграл в него. Этот диск абсолютно здоров, с ним все хорошо вообще. Как бы можно, конечно, новый записать, но я думаю, что там будет точно-точно такая же история. Просто у меня есть гораздо хуже диски. Нормально как бы идут. Может быть, проблема в сессии записи, как вариант. Но
Я по той же самой, в общем-то, схеме, как всегда, записываю диски, так и записал. Видимо, проблема с игрой или с ромом самим. Блин, самое обидное то, что там уже практически все. Там реально осталась фигня. Теперь вообще не хочет загружаться. Сейчас, походу, опять будем во что-нибудь другое играть. Сонька зависла, вот это круто. Даже не реагирует на кнопку. Не, ну это фейл, короче. Опять долгие загрузки и так далее. Сейчас опять... Я понял просто, в чем фишка. В момент подгрузки уровня, вот когда шкала идет перед уровнем, она слишком долго грузится, и, видимо, половина данных просто банально не загружается, потому что текстуры пропадают именно вот к середине уровня, когда я добираюсь до башни уже. Ну, может, не середина, не знаю. Ну, короче, в этот момент как раз должны поехать танки, а им тупо неоткуда ехать, потому что та часть уровня не прогрузилась. И они не выезжают, соответственно. Джокер Сис, привет. Так что такая фигня. Я даже не знаю, блин, ну, я попробую все-таки еще последний вариант. Сегодня куплю дисков, запишу диск, и уже тогда попробую с него. Ну, я сомневаюсь, то, что... ситуация. Хотя очень надеюсь на это. Хочется пройти эту игру. Так-то у меня есть еще одно Call of Duty. Называется World at War, по-моему. Вот. Но она похуже, потупее немножко, и она позже гораздо вышла. Это-то самое первое получается. Хотя графони там получше. Привет, Ксавье. Ну да, это фейл, короче. Ладно, сейчас я поищу еще, что можно оставшееся время тут постримить. Вот мы вчера в Pitfall играли. Я, правда, не помню, сохранился я, не сохранился. Я его сейчас отложу, а там глянем. Pitfall вообще мне очень понравился. Классная игра. Прогрузился наконец-то. Короче, есть... Вот, на самом деле, Pitfall гораздо хуже
по состоянию, по сравнению с вот этим Call of Duty Finest Hour. Но, тем не менее, вчера мы в него нормально поиграли без всяких завесонов. Короче, это дохлый номер. Давайте забьем на это. Код сегодня отменяется, ребят. Что? Да он просто идеален, черт побери, по сравнению с Питфулом. Серьезно. Вот, кстати, в чем преимущество запуска игр с харда на Соньке. Так, что-то тоже беда какая-то. Такси не хочет Не, ну такси гораздо хуже, конечно, себя чувствует. В целом. Вроде чист весьма. Они как-то странно затираются, походу, когда лежат в пачке друг об друга, все равно трение минимальное происходит. Вот, и как бы получается такой, как будто наждачкой мелкой-мелкой прошлись. Мне кажется, это уже... фатальное повреждение. Несмотря на то, что с виду, в общем-то, кажется незначительным. Диск не может быть прочитан. Ладно, последний раз пробую, и такси тоже отпадает тогда. Вместе с Калавдутием идет в мусорную урну. Да. Остается Питфул. Питфул должен показать. Нужно работать. Окей. Русин.
Интересно, откуда эти менюшки вообще пошли, для чего? И кто их придумал? И вероятно, что русские, да, наверное? Что-то тихо. Привет, хиппи. Так, попробуем загрузить. Я надеюсь, что все-таки есть сохранение. СК-2, ну да. Интересно, то есть мы не дошли до чекпоинта, что ли, так вчера? Офигеть, ну мы же достаточно много прошли уже. Ну ладно, давайте еще раз попробуем, насколько хватит терпения. С СК-2-чем просто, как бы, хиппи, я считаю то, что он ничего не дает для, так скажем, развития. А на ГГ нет канала. Ну там есть как бы канал, то же самое все. Channel, сами руби, и все. Вот, он ничего не дает для развития. Он дает какую-то мнимую толпу людей, короче, совершенно не, как сказать, заинтересованных в твоих интересах. Вот как-то так, короче. То есть они приходят там, тусят, весело общаются, но при этом как бы ничего не происходит абсолютно. Вот. Поэтому тут, мне кажется, это для новичков ништяк, чтобы как бы чувствовать какой-то, ну как бы, ну завел денди там, да, там, короче, и тебя смотрит 40 человек, о, ништяк, короче, вот, типа вроде как бы что-то есть, какая-то польза от этого. А по факту как бы от этого ни тепло, ни холодно. Ну да, он литвич. Что развития нету именно из-за этого как раз. Там слишком маленькая аудитория. Специфическая. Ну да, то есть как бы впустую, как будто какое-то развитие непонятное. Лучше развивать один канал. Это 100%. Верняк. Они говорят, что гигантский ягуар-демон разрывает людей, когда смерть уже близко, вся твоя жизнь проходит перед глазами. Определенно нет. Не слишком у большого количества людей есть опыт с гигантским ягуаром-демоном. Не знаю, но мне очень кажется, что... Вчера я ничего такого не видел. Актер... Но это было до того, как я встретил... Этот ГГ похож, короче, на... Биндбайндер. Мы не биндбайдеры. Это этого лёд. Самого чувака, как же мы вчера постановили это имя его. Брэндон Фрейзер. Похоже, это должны быть ты и моя группа. Который в «Джордж из джунглей» фильме играл. Этот кристальный череп Толтеков. Было открыто, что свет, проходя через него, на самом деле замедляется. Это исследование даже не было опубликовано. Кто вы такой? Гарри, большинство людей зовут меня Питфол. Итак, ты солгал, как и большинство людей. Что ты делаешь? Turning on the charm. This is my medium set. Чары дошли до тебя, да? Быстрее, быстрее.
общем-то, замес такой. Остался последний выстрел. Что такое? Отпусти меня. Теперь вы, мистер Мото, спасаете женщину, которую бросили умирать в холодной ночью. В горячей ночи. Да не только Vice City, я думаю, что это... Кто же? Знакомый, то ли Парадокс, может быть, нет? Ну, не Вектор точно. Короче, какие-то вот из локализаторов, которые озвучивали игры на первой плойке, короче, на Xbox на первом тоже. Очень много у них было таких переводов. Я на первой плойке, по крайней мере, много встречал. Салют. Пойдем посмотрим, что за салют. Каноном. Все как надо. Не знаю, мне очень игра понравилась. Для этого мы здесь. В сравнении с оригинальным Pitfall. Прям все улучшено. И 3D. Причем не тошнотворное 3D. Камера, как ни странно, висит. Удобно. Можно макак убить. Привет, дружище, как дела? Танка! Короче, эти статуи нам нужны для того, чтобы... да, 5 обычных, короче. Для того, чтобы покупать себе что-нибудь в магазине. Тут есть магаз, и типа можно там прикупить... кое-что, но это попозже. Просто очень много предметов всяких. От лечилок до каких-то амулетов непонятных. Однако, достаточно агрессивно. Как же их общество по защите животных-то? Не засудило. А, так, вот он, шаман. Экстра жизнь, короче. Сколько у нас идолов? 6, да? Вот за 10 идолов максимально можно купить, короче, супер. Какие-то там непонятные удары. Брейкданс. Супер праша. Гибельный удар. Максимальная фляга. Максимальную флягу можно также заполнить. Фонтане. Когда найдем бутылочку. Бутылочки здесь как наподобие этих самых... ебанок в Мегамэне. Как это ни странно. Может, я найду немного позже и снова вернусь сюда. Рановато, окей.
Эй, ё, я прыгну. Беспроигрышный вариант. Да что? Новая Зельда. Не, кстати, это интереснее. Это, блин, 3D-шный Pitfall. Дикий эксклюзив. Да что ты будешь делать? Хорошо, возле фонтана. Убегает. Ну, какой-нибудь Вин Вейкер, похоже. Кстати, вчера вот в Disney World аллигатор сажал 2-летнего ребенка, офига себе. Чё ж он туда полез-то? Ауч. Нет, не видел новую землю. Это типа с Е3? Блин, вот не дай бог эти головоломки будут дальше. Я как вспомню, в Аладдине такого же плана тоже были. Нажми на платформу, что-то там на вторую, потом перепрыгни, потом ты не успеешь 10 тысяч раз. Я плевался ужасно. Это место. Надеюсь, это единственная в своем роде головоломка. Ну а что, кстати, прикольная игрушка. Я бы, может, ее даже и прошел. Так, 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 стоп, стоп, стоп. А там что? Очуметь. Этот секрет. Можно будет вернуться позже. Из отважного героя сделали какого-то ушлепана деревенского. Ну, собственно, этот парень все время такие роли играл какие-то. Я так подозреваю, что действительно был какой-то фильм. Либо, может быть, мультфильм с адаптацией под этого чувака. Здесь нужен факел. Потому что он очень подозрительно на него похож. Прям, можно сказать, одно лицо. Кокпиту. Подождите. Только покемонов, где там Зельда была. Я не знаю, Джокерсис. Ребята, которых не убьешь. Ай! Ой-ой-ой-ой-ой. Больше сильных атак, то есть вот так вот, да? Ну окей, купим потом. Вот я помню. Нужно вот туда. Получилось. Кто-нибудь еще выжил? Доктор Мистер Рич сказал мне найти остальных. На этот раз они говорят, что могут кое-что найти. Да, на самом деле, предположение может быть 84. Следуйте по тропам, я уверен, что вы найдете их. Вы поможете искать всех? Я должен спасти девушку. Я предлагаю вам спасти свои собственные жизни.
Я попробую собрать воду из пруда наверху. Она очень чистая. Попробуйте. Я думаю, что у нее могут быть даже лечебные свойства. Похоже, тебе может пригодиться немножечко лечения. Спасибо. Люди, следуйте этим путем. Я должен полететь. Вибрация внезапно. Так, когда ну а записаться-то можно как-то? Выжил в катастрофе, я решил пойти по его следам. Получил солдатскую флягу. Вот, собственно, первая ебанка. Теперь в фонтанах вот этих можно набрать. Так, я бы записался реально. Запись. Можно ли это сделать вообще? Что? Совет. Блин, ничего поймешь. Ревущая обезьяна. Так. А, вот, сохранить, все. Сохранить достижение игры, да. То есть автосейв тут, походу, отсутствует. Очень странно. Окей. Причем это все происходит нажатием на правый стик. То есть я как бы хватаю, вот веду рукой. Вот я правым стиком вращаю. Неплохо это придумано. Инновационно, по крайней мере. На тот момент. В родные джунгли. Окей, пойдем в родные джунгли. А, помню это место, вот вчера как раз здесь и закончили. Оу! Да что ты? Где ты взял его?
Так, заполним фляжечку. Интересно, а что внизу? А, все, понял. Сюда не, главное не упасть. Очень страшно. Гуитака. What is it? Все есть на моей карте. Можно будет вернуться позже. Рогатка. Здесь пока закрыто вроде, да? Я сделал, что они хотели. Так, надо понять, куда идти вообще, в какую сторону. Здесь нужен факел, да, получается? Угу. Лазу. Юрия Лазу. Вниз, вниз, вниз. Что стало? Что с ним?
использовать хлыст. А что с ним может стать? Жив, наверное, здоров. Да, вот этих чуваков надо как-то научиться валить, потому что они слишком много проблем доставляют. Штук идолов, но он забирает идолы взамен. Экстра жизнь, гибельный удар. Странно. Лав. Давай же. Так, а вон, кстати, можно и наполнить же. Флягу. Ой, уже половина 11-го. О, Джокстер, привет. Так, ну ладно, пойдем тогда в ту сторону. Раз здесь везде ограничено. Хватает чего-то метательного, реально, типа рогатки какой-нибудь. Зачем делетед? Ну, потому что, как бы, стримить сейчас не получается так часто, как раньше. Вот, и, соответственно, она не нужна. Да, озвучка классная. Гер ударом пересеки горячие угли. Ну, я догадываюсь, что надо сделать. Надо купить, короче, скорее всего, сапоги. Мертвеца, хотел сказать. Вот здесь открылось, собственно. Можно сюда попробовать. К великому дереву. Но это, опять же, для бонуса. Нужно ли оно? Не знаю. Добежник. И все. Какая-то интересная тоже. Живительный. Или не очень? Нет.
Так, ну вон, через грибоса можно запрыгивать. Так, а здесь что? А, это мы отсюда пришли. По грибам наверх. И грибы размером с человека, это, конечно, круто. И выбраться никак, да? Я не понял. А, во. Все понятно. То есть это не самый низ. Все круто. Пониже. Гриб. На лиану. Фу, наконец-то. Я надеюсь, мне назад возвращаться не нужно будет. Нас как-нибудь закинет по сюжету обратно. Само собой. Это жестко было. Oh.
Нет нужды в благодарностях, это лишь часть моей работы. Можешь разговаривать. Дают столько, сколько это стоит, другие добавляют. Ты имеешь в виду голос? Ну точно, Спайра они озвучивали 100%. Magic! Well, isn't it apparent that I'm one of those super courageous jaguars who defend the weak, who protect the innocent, and who a very powerful, wise sorcerer would therefore bless with the power of speech? Безумная змея, он был мертв. И ты знал это. Ого, нет, эти змеи одни из самых опасных. Вы идете по дороге, находите эту змею, подбираете ее, чтобы изучить, но вдруг взлетаете над джунглями, потому что змея летающая. И вот вы где, беспомощный, на земле. И смертельная змея со смертельными глазами, широко раскрытым смертельным ртом, со смертельными клыками, вонзающимися прямо в вашу шею. Вам повезло, самый храбрый в джунглях, только что спас какой-то вам жизнь. Че с ним не так? Ниан, беги! Че-то он там сожрал, походу, не то. Ладно. Только что пришло в голову, с каким удовольствием я бы Гарри Поттера в том самом первом переводе посмотрел. Да, это очень круто, конечно, блин, но в большинстве случаев перевод запарывал прохождение игры. Это так, чисто поржать. Посмотрите, я, кстати, не знаю вообще... Гарри Поттеровские вот эти переводы, они нормальные? Там, по-моему, 3 части, если я не ошибаюсь, на первой плойке. Вот, и вот там, где я видел некоторое дерьмо и так далее, короче, про сову. Про Хадрида. Вконтактике вообще целая группа есть, посвященная Пуфкейну, как они его называют. Не, я к тому, что... Ну, в смысле, нормально проходимы или не запороты? Из-за перевода просто обычно, ну, запарывалось. Ой-ой-ой, что это? Игра. Так, куда? Не понял. И попробую на дерево. А, нельзя было. Так, надо отсюда просто. Обсмотреть территорию. А, ну вон все правильно, наверх, короче. Местами вызывал недоумение. Да, он славится одним из самых упоротых, наверное, переводов. Очень странно. Эх.
Наверное, на руку, скорее всего, куда еще. Да. Пуфкейновые. Пуфкейн. Сейчас напишу. Не понять. Да хотя... Чё тут, собственно? Хадрит и его друзья. Прям можно сказать. Всегда. Под рукой. Да нет, что? Так. Или, может быть, все-таки наверх нужно было? Не очень удобно смотреть от первого лица, но... Не менее. Эй, недолет, малость. На самом деле можно туда попробовать что-нибудь. Внезапный удар. А, все, понял. Типа, чтобы пробить. Внезапного удара, к сожалению. Так. Ну, походу, вот отсюда. Тут нужен сильный удар. Прям какой-то Томб Райдер. Пошел. Так, ну единственное место, куда можно пойти на данный момент, где не закрыто. Я уже говорил то, что я не очень люблю, когда 1000 развилок в играх. Мне кажется, то, что для таких целей карта нужна. Вот. Но здесь вроде как бы есть какое-то подобие карты. Попробуй сориентируйся, что называется. Ух ты. Ух ты. Опасно. Видимо, пока не могу. Что он там сказал? Ты же знал, что мы собираемся в джунгли, а в джунглях могут падать деревья. Подобные вещи — это все еще не точные науки. Просто скверно, вертолет застрял в дереве. Застрял, короче. А-а-а,
Дерево, дерево. Окей. А, все, понял. Все просто. Не, я точно говорю, это Брэндон Фрейзер, 100%. Боюсь, дела у вас не важнецкие. После того, как мы нашли это покинутое здание, Лич умудрился попасться с этим деревом. Я сломал руку, а Гизмо застрял. Надо вообще загуглить на наличие вот, фильма Питфул. Записная книжка? Я нашел знание, без которого не следует обходиться ни одному искателю приключений. Боюсь, что несколько страниц было разбросано по джунглям во время катастрофы, но, по крайней мере, прямые маневры исключили их полную потерю. Я помогу тебе найти Гизмо. Сильный удар. Так, ну теперь мы можем пробивать стены, подпрыгнуть в воздух, добавить высоты и ударить что-нибудь над тобой. Попробуй поразить руины для Биттенбайдера. Руины. Ладно, ударив здесь, мы повалим ту колонну. Ясно. Хватит. Ага. Так. Ну а как я должен туда забраться-то? Ну не это же дерево по-любому. Вот это. Чтобы достичь края. Чувак, рассказывай, что делать? Что ты делаешь? Нам нужен этот резервуар. Мне кажется, я понял, в чем фишка. Ну,
Не, я думал, что надо с разбегу. Ну, в смысле, не с разбегу, а как бы подпрыгивать и наносить удар сразу, чтобы расчистить там завалы. Но, походу, он не расчистится так просто. Блин, а чем я люблю русские версии? Хрен поймешь, иногда так переведут, что лучше бы не переводили. Что делать-то? Так. Где? Вон несколько выходов получается. Прорисовано. И, то есть, если я делаю двойной удар, уже невозможно нанести вот этот супер удар. Ты что, сумасшедший? Нам нужно это. Нам нужен этот резервуар. Секунду.
Ладно, ребят, нужно идти. Всем спасибо, кто был на... А, сейчас запишем все. Запись. Сохар. Буду дальше проходить потом. Если Call of Duty не оживет. Пока. Ну да, появлюсь, но попозже только. Не сегодня, это точно. Сегодня работа. Может, вечером. Я не знаю, я попробую записать, говорю, диск. Новый. С Call of Duty. И тогда вечерком, может быть, попробую. Все, всем спасибо и пока-пока.